народного кинофестиваля 32-го. Мы считаем, это самый лучший кинофестиваль в мире. Ваши ожидания, что вы вот ждете от этого большого культурного события? Как ваши, что вы хотели бы увидеть? Господин Халилов, поздравляем вас, вторым, поздравляем вас с праздником, вторым рейтингом срока «Медведя». Тоже поздравьте «Медведя» с лучшими наградами и вас, лауреатов фестиваля «Слава честь России». Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Восхищаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. Должен быть. И все, что выросло на этом поле, оно все равно должно быть показано. Независимо от того, короткое, но длинное и большое. На сегодняшний день происходит в этом кинематографическом мире. С вашей точки зрения, несколько слов, если можно. Да. Какие тенденции сейчас основные в мировом кинематографе? И российского кинематографа, в частности. Как вы считаете? На вашу точку зрения. Понимаете, дело в том, что когда говорят, вот зрители ушел из кино, не ходит, в основном молодежь у нас, туда-сюда. Ну, это просто надо понять время. Зритель ходил в кино, особенно в советское, потому что кроме кино дешевого ничего не было. Он не мог ходить по ресторанам, а кино за 3 рубля у него было. И зритель, по-моему, из кино вообще никогда не выходил. Он просто поменял место знаете, будь любезны. Вы знаете, я еще хотел уточнить. Вы знаете, мне кажется, вот почему еще зрители идут на фильмы, когда есть большая тема, в частности патриотическая, в частности поддержка нашей армии и милиции. Вот. И вот в частности мы считаем, что ярчайшим образцом современного кинематографа это является фильм Никиты Сергеевича Михалкова. Вот его последняя картина, которая... Вот как вы считаете, насколько важно сегодня вот воспитывать молодежь именно на патриотизме, на любви к родине? Вот чем всегда был на высоких нравственных идеалов настоящее высокое искусство. Это вечная забота. Спасибо вам огромное. Это вечная забота настоящего восхищаемся художника. Восхищаемся вашими когда настоящий художник не просто делает за нашедшие случайно деньги кино, когда это его страсть, это его боль, когда это неравнодушие, когда он что-то любит и ненавидит, тогда вы, придя в кинотеатр, вы тоже это будете любить, ненавидеть. Благодарим вас. Мы стали на организаторах фестиваля «Самый лучший в мире фильм «Медведи Путин. Мировые лидеры». Все россияне говорят, да, втором рейтинге срока «Медведи Путин». Да, сам президент курса «Медведи Путин». Выше награды «Медведи Путин». Я вам скажу, что... И здесь, я скажу, Никита стоит особняком в этом ряду, потому что к какому режиссеру приедет на съемки глава правительства или президент. Так точно. А он приезжает и смотрит в эту камеру и как бы соучаствует в процессе, он же хочет. И когда была... Никогда в жизни во ВГИК ни один руководитель правительства не приезжал. Во ВГИК он приехал. Прекрасно. В год 90-летия. Даже постоял на вот этой штучке, которую снег делает. Да. Понимаете? Мы благодарны вам, звездам нашего кинематографа. Низкий вам поклон. И держите вашу руку, Володя, засними руку. Благодаря Медведю Путину и российскому кинематографу лучшие фильмы в мире. Самые лучшие в мире фильмы для высших госпремий Медведя Путина и вам. Спасибо. Звездам нашего кинематографа. Спасибо.